Я-я-я-я-я-я. Это как вот, понимаешь, как анекдот, блин. Шла Чебурашка, ёб твою мать. Шла-шла и упала, бляха-муха. И ухо потеряла. Крокодил Гена говорит: «Чебурашка, у тебя же было два уха». А Чебурашка говорит: «Ой, я упала, и ухо пришлось отрезать. Вот и все. Вот и все. Теперь я одноухая». Да. Ой. Одноухая Чебурашка. Да. Была у нас одна Чебурашка. Уши такие сделанные, бля, локаторы. Это называется космонавт, зеленый человечек с кастрюлями на голове. Ой, я прям не могу. Удивляюсь. Как одна говорила: «Я ржусь над тобой каждый божий день». А я как ржу. Сегодня вот это вот под лопаткой все, блядь, сука, болело. Пиздец просто. Нога тоже болела. Весь позвоночник болел. Прямо как будто вот там, блядь, вот, знаете, как будто червяк там лазит по этому, блядь, по позвоночнику. Я даже чувствую, как он хуйня вот тут вот. Прямо так. Это, скорее всего, там это, как его, вот эти вот позвонки стираются. Вот. Позвонки — это ужасно. У меня ужасный сколиоз там. Мне, как говорили, мне надо этот, как его, корсет одевать. Представляете, корсет. А как двигаться? Некоторые люди, что хочу сказать, ходят, то есть раньше, когда было это императорское время, это, короче, вот эти вот там Екатерина II, первая, десятая, хер пойми. Они все вот раньше одевали корсеты, платье было с корсетами. Ну, чтобы такое вот иметь вот это, они тут вот так вот завязывалось все такое, трым-пырым. И они вот так вот груди уминали, да, девочки, мальчики, уминали так, чтобы вообще вот, чтобы дышать даже было. Ну, и платья такие. На шарнирах. Сядет такая: «А, я такая пришла, уси-пуси, хер в кармане». А знаете, то есть раньше трусов не было, девочки, мальчики. Да, трусов не было, были панталоны. Панталоны, ритузы, вот. И кальсоны. Вот, раньше. Сейчас у нас появились эти всякие. Вот эти боксеры, хуёксеры, эти сексуальная бельишка, херишка. Да, девочки, мальчики, раньше вот этого не было. Раньше, типа того, вот эти вот, как сказать, вот эти органы должны были дышать, понимаете, дышать. Ну, например, вот эта королева идет, его в палке. Срать захотела. Ой, чё-то у меня это, типа того, это прихватило. Она вот присела, ой, на скамеечку присела, там тыр-пыр сделала, ой, и пошла такая, тыры-тыры-тыры-тыры, господи. Да. Ой, собачка наделала, накакала, боже ты мой, ой-ой-ой, надо убирать мешочек, тырым-пырым. Да, вот так вот, ну мои. Маня у нас плакает, почему, не знаю. Ну, поела, скучает по мне. Да, тоже скажешь, что...
Да. Кстати,